Я уже начала. Вот сейчас мы попробуем в этих перчатках попробуем подтянуться. Раньше без этих перчаток они скользили. Вот такие супер перчатки. Они укрепляют. Вот сейчас проверим их. Палец. Очень хорошие и удобные, оказывается, перчатки. Не скользят. Руки не скользят тоже. Они, хоть и смотрите, какие оранжевые. Раньше были таким цветом, а сейчас вот такие стали. Но все равно не скользят. Даже если мокрые. Подписывайтесь на мой канал. Выступает Вика Годунова. Папа, давай. Ну давай поподтягивайся сначала просто. Он не сможет. Что, уже не может? А, в перчатках в этих? Ворачиваться? Да. Давай, сама. Жизнь. Спускайся. Так, сжимай. Все, спускайся. Оп. Ой, это у тебя хрустнуло так. А подтянуться ты не сможешь? Отдохни, как ты обычно. Отдохни чуть-чуть, подожди. Отдохни. Не ну, может мама, из-за перчаток палец. Или что? Нашумело. Ай. Высоко. Раз, молодец. Два. Три. Молодец. Ну, а что ты остановился? Больше я буду вот так уже. Ну меньше, что? Меньше. Ну что? Давай подтягивайся. Палец. Давай, сколько можешь. Нет. Все, молодец. Молодец. Во, и давай тянись. Во, да, чуть-чуть осталось. Нормально, получится. А на вторую? На вторую я не привыкла.